Здравствуйте. Меня зовут Юлия, и я работаю в сервисе «Где мои дети?». Каждый день к нам поступает огромное количество вопросов от вас. Сегодня мы будем отвечать на самые популярные из них. Вопрос номер один. Чем отличается бесплатная версия приложения от платной? Ну, во-первых, бесплатное приложение подходит для тестирования и для того, чтобы понять, насколько оно подходит именно вашей семье. В платной же версии вы имеете гораздо больше возможностей, но функции и у той версии одинаковые. Давайте быстренько разберем каждую из них. Самая главная функция любого геотрекера – это определение геопозиции ребенка. В бесплатной версии приложения вы можете отслеживать историю передвижения за один день. В платной же версии вы можете смотреть историю передвижения вашего чада за 30 дней. Следующая функция – это установка безопасных зон для вашего ребенка. В бесплатной версии приложения вы можете установить одну безопасную зону, в платной – сколько угодно. Точно так же получать уведомления о входе и выходе вашего ребенка из них. В бесплатной версии приложения вы сможете сделать это только на одной зоне, а в платной версии – на всех. То есть, если вашей безопасной зоной был ваш двор, то двор вашей бабушки в бесплатной версии приложения, к сожалению, установить как безопасную зону уже будет невозможно. А в платной версии у вас получится. Функция статистики использования приложений в бесплатной версии не покажет вам, сколько ребенок сидел в том или ином приложении. А в платной версии приложения вы сможете отследить точно какое количество времени он использовал то или иное приложение на своем смартфоне. При установке приложения на смартфон вы получаете 5 минут лайв-прослушивания. Но если вы хотите знать, что происходит с вашим ребенком, когда вас нет рядом, вы можете купить пакет лайв-прослушивания на нашем сайте или в приложении. Но важно знать и учитывать, что на телефонах iPhone функция лайв-прослушивания не работает. Бывают такие ситуации, когда дети не слышат, что им нужно ответить на звонок. В этом случае вы можете отправить громкий сигнал на смартфон вашего ребенка или на часы. В бесплатной версии приложения вы получаете 3 таких громких сигнала, а в платной неограниченное количество. Сейчас у нас есть новая функция в приложении для ваших детей. Это задания. Они позволят мотивировать ваших детей на выполнение домашних дел и получать за них звездочки. Это дает мотивацию вашим детям, развивает любознательность и творческое мышление. Ну и самая важная функция – кнопка экстренной связи будет работать в той и другой версии всегда. Ваш ребенок может в любую минуту призвать вас к помощи.